20 мая в Иркутске в районе станции КАЭ загорелся склад с продуктами питания. Дым от пожара виден с разных районов города. Очевидцы отмечают, что в районе возгорания сильно пахнет пластмассой. Благотворительный забег «Спорт во благо» состоялся в Иркутске. В Тайшете возбуждено уголовное дело по факту ДТП с двумя велосипедистами. Пропавшего школьника разыскивают в Братске. Футбольный турнир на призы Андрея Ющенко стартовал в Иркутске 18 мая. В Гороховском лесничестве высадили сосны, купленные на деньги Владимира Путина. Митинг в защиту Байкала пройдет в Иркутске 22 мая. Усиление ветра до 25 метров в секунду прогнозируют в Иркутской области 20 мая. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту утечки нефти в акватории Ангары.